Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы по инструментам, которые интересуют, в секции с комментариями, и не забывайте, конечно же, ставить лайки. Ну что ж, на финансовых рынках продолжается возня, где основным новостным триггером выступают обсуждения в Конгрессе США относительно новых мер экономического стимулирования. То есть вчера я детально останавливался на том, что не так просто сейчас демократам протащить новый пакет госпомощи, потому что республиканцы, даже несмотря на то, что голосов у них уже не так много, как при Трампе, республиканцы все равно не хотят одобрять тот 2-триллионный пакет, который ранее анонсировал Байден. Я не знаю, друзья, с чем связана эта возня, почему так трудно им признать, что сейчас для американской экономики нужны такие средства. Верно было ранее подмечено, что они жмутся за ликвидность, как будто бы эти деньги забирают из их кармана. Но на самом деле это не так. В то же время смягчающим обстоятельством по-прежнему выступает тот факт, что Байден не собирается идти на какие-то суперзначительные уступки для республиканцев. То есть мы можем автоматически предположить то, что Байден будет добиваться того, чтобы реальный окончательный пакет стимулов был максимально приближен вот к сумме в 1,9 триллиона долларов. Даже если это будет 1,5 триллиона и, может быть, чуть пониже, я думаю, что эффект на рынке будет, в принципе, точно такой же, как если бы в экономику влили еще 2 триллиона долларов. Остается только ждать. У меня нет возможности сейчас, нет никаких дополнительных инсайдерских сведений, которые позволили бы рассказать вам, друзья, о том, когда, в принципе, это решение о новых мерах экономической поддержки, общее, солидарное, совместное, будет принято. Я могу только лишь повторить, что было ранее сказано Байденом, что он будет добиваться принятия этого пакета стимулов, даже в обход сейчас республиканцев. И если все сложится так, как хотелось бы демократам, то эти меры экономического стимулирования будут приняты в перспективе ближайших 2 недель. Ну, то есть фактически еще до конца февраля. Я верю в то, что приток дополнительных средств для американской экономики, для мировой экономики, скажем так, это, конечно же, то, что развернет позиционирование трейдеров с защитных инструментов. Ну, то есть, например, если вы сейчас делаете акцент на доллар как на защитную валюту, то при дополнительных деньгах, разумеется, улучшится рыночное настроение, потому что все поверят в то, что мировая экономика сможет восстановиться. И в таких условиях, в такой среде, лучше, конечно же, топить за рост риска австралийца, новозеландца, евро, фунта и так далее. Сейчас этого не происходит. Трейдеры пытаются компенсировать то снижение, которое ранее сложилось на площадках, потому что раньше все были уверены, что фонд фискальной помощи примут сразу же, буквально в первых числах января, но поскольку возникла пауза, этим воспользовались покупатели. Сити отмечает все, что сейчас происходит, характеризует как шум, на который не стоит обращать внимание. Восстановление доллара – это краткосрочная тенденция, она очень скоро закончится. Сегодня на повестке, кстати, отчет по Non-Farm Payrolls, это данные по американскому рынку труда. Конечно же, на площадках есть сейчас еще эйфория, которая вызвана релизом от ADP, когда в Штатах в частном секторе, вне сельскохозяйственного сектора, было зафиксировано 175 тысяч новых созданных рабочих мест. И трейдеры считают, что нон-фармы сегодня покажут примерно схожие значения. Это, конечно же, крутая статистика, которая, наверное, локально, если ожидания оптимистов оправдаются, сможет дополнительно поддержать курс доллара. Но в то же время, если данные разочаруют, это тоже довольно частое явление, когда ADP и нон-фармы, то есть отчет от частного агентства ADP и официальная статистика расходятся в цифрах. Если сегодня данные разочаруют, то, друзья, я допускаю, что уже к концу торговой сессии доллар может оказаться под серьезным прессом, потому что чем хуже потенциально выйдут данные, тем больше шансов на то, что позиция республиканцев все-таки изменится, и они признают, насколько сейчас жизненно необходимо
пойти на предложение демократов и принять масштабный пакет экономических стимулов, не зажимая вот эти вот средства. В общем, следим за тем, как развиваются события. По фунту, друзья, я ранее рекомендовал сделку Bolemi с уровня 1.3650, точнее 1.3550. До этого уровня мы чуть-чуть не дотянули, хотя я допускал, что на волатильности можем зацепить эту отложку, поэтому пришлось заходить по рынку с отметки 1.36. Я фунт, друзья, покупаю, потому что, как и следовало ожидать, очень хорошие условия перед заседанием Банка Англии о том, что в Англии сейчас продолжается одна из самых эффективных кампаний по вакцинации. Макроэкономические данные в целом не такие плохие, как могли бы выйти с учетом последних событий с ковидом. И вот эти заявления Джонсона о том, что если тенденция сокращения количества новых случаев заболевания сохранится, то через 2-3 недели от общенационального карантина уже ничего не останется. Англия снова будет открыта, и у людей будет возможность вернуться к прежним показателям экономической активности. Поэтому на этом Банк Англии решил, что нет сейчас никакой необходимости даже намекать на готовность к каким-то экстраординарным мерам, например, к снижению ставки ниже нулевой отметки. Поэтому вопрос с отрицательными процентными ставками, он как таковой не обсуждался, и это позволило трейдерам предположить, что на самом деле такая инициатива даже и не рассматривается. Поэтому, друзья, поскольку по факту заседания Банк Англии улучшил прогнозы экономического роста, не стал комментировать перспективы введения отрицательных процентных ставок и признал, что в этом, наверное, даже и нет особой необходимости, фунт улетел в прямом смысле и показал чуть ли не лучшую динамику среди инструментов категории риска, больше 100 пунктов восстановления. Я думаю, что это только лишь начало, и дальше мы увидим уровни 1.38 и 1.40. Биткоин 37 166, рост продолжится. Моя субъективная цель выше 40 тысяч. S&P, друзья, на новых исторических максимумах, как я вам и говорил. Следующая цель 4000 пунктов. Я думаю, что нет никаких препятствий, абсолютно никаких сейчас для американской фонды. И чем быстрее и активнее на рынке начнут готовиться к принятию фискальных стимулов в США, тем, соответственно, это ралли будет более выраженным. Доллар канадец 1.2823. Здесь тоже все нормально складывается. Цель 1.30. Я ее сохраняю, друзья. Сегодня в 16.30 выйдут не только данные по Non-Farm Payrolls, но еще и по статистике по рынку труда Канады. Здесь на полярности как бы анализа потенциально мы можем увидеть неплохие данные по штатам, но по прогнозу очень слабые цифры по Канаде. Это то, что нам будет на руку, друзья, потому что в таком случае пара доллар-канадец точно доберется до сопротивления 1.29 и потенциально даже может оказаться повыше. И нефть тоже здесь все в соответствии с нашими ожиданиями. 59.25 в моменте, локальный максимум 59.40. Я уже начал частично фиксироваться, окончательно выйду из сделки только после теста сопротивления $60 за баррель. Рынок нефти ролирует на усилиях ОПЕК и готовности координировать уровень нефтедобычи в соответствии с текущими показателями спроса. Ну и ранее, как я говорил, друзья, еще и статистика по запасам сейчас на стороне покупателей, потому что запасы сокращаются уже не первую неделю в США, что является сигналом того, что потребление возвращается к прежним уровням. Поэтому по нефти лонг также в приоритете. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели, хорошей торговой сессии. Ждем Non-Farm Payrolls и следим за тем, что будет с долларом. Я абсолютно уверен, что разворот уже произойдет очень скоро. Всем пока!